у нас появляется вот такая вот мышка наружу, готовая игрушка. Я думаю, что ребенок будет рад такой рукавичке, поскольку сейчас зима, и у многих мам проблемы с тем, что на ребенка рукавицы надеть, с голыми руками ходит. Ну, конечно, для взрослой женщины это сильно креативно, и не каждый на такое согласится. Но для детей почему бы нет? Это очень забавная, действительно, рукавичка.